В детской спортивной школе имени Владимира Юмина города Каспийска состоялось первенство по вольной борьбе. Участие в нем приняли воспитанники двух возрастных категорий – юноши 2010-2011 годов рождения, а также 2008 и 2009 в весовых категориях от 32 до 85 килограмм. Соревнования приурочены году семьи и посвящены памяти погибшим участникам специальной военной операции. Одни соревнования среди юношей младших 2001 года, это соревнование посвящается дню, году семьи в этом году. А старшие юноши, ну, посвящаются погибшим, на участие СВО идет сейчас, и участникам СВО, памяти тоже. Очень много наших ребят, дагестанцев, даже, ну, воюют там мужественно, защищают наши интересы государства. И память на них почаще надо соревнования проводить. Данные соревнования смогут выявить лучших, которые будут представлять свою спортивную школу уже на муниципальном уровне, а далее на региональном. Чемпионы и призеры будут награждены медалями и грамотами. Отметим, что организатором первенства являются детская спортивная юношеская школа имени Юмина и управление культуры города Каспийска.